Друзья, всех приветствую. Бывший полузащитник сборной Италии Андреа Пирло высказался о Хвите Кварацхелии. А перед просмотром ролика хочу сказать, что мой канал 95% моих зрителей смотрит без подписки. Давайте наберем 2000 подписчиков, вы этим поможете мне и моему каналу развиваться. А мы начинаем. Хвича Кварацхелия за этот год очень сильно возмужал. Просто внешне видно, человек превратился из мальчишки во взрослого парня. Видно, что парень занимается в зале с тренером и окреп очень сильно. Выйдя на новый уровень, Хвича не утратил уверенности в себе. Пока все время в Наполе Хвича обходится без спадов. Стабильно выходит в основе, стабильно забивает и отдает. За последний год Хвича Кварацхелия прибавил во всем. И вообще стал первым футболистом, которому удалось в дебютном сезоне серии А сделать 10 плюс 10 по системе гол плюс пас. Хвича уже получил мировую известность. И он продолжает набирать популярность среди фанатов. Сказал Андреа Пирло. Друзья, на этом у нас все, но мы с вами не прощаемся. До скорых встреч.